Главного врача местной ЦРБ нет уже долгое время, отметили на заседании. Несмотря на это, вакцинация, как первостепенная задача медиков, проходит здесь в нормальном темпе. Привито уже 78% жителей от необходимого количества. Уколы делают в центральной больнице, 15 ФАПах и на дому. Выполнение всех планов по вакцинации от гриппа и от ковида, они ведут правильно. Единственная проблема, не можем подобрать там давно главного врача, Хомутовский район, желающих не так много, мы над этим работаем. Поэтому, надеюсь, я в течение месяца мы найдем главного врача, и ситуация там будет более благоприятной. Благоприятную ситуацию уже в сфере образования всего региона в цифрах описала глава профильного комитета Наталья Пархоменко. Она подвела итоги государственной аттестации школьников. ЕГЭ в 2021 сдали почти 4500 11-классников. 26 из них получили максимальный балл. Выпускник 4-й гимназии стал 100-бальником дважды. Самые популярные предметы этого года – математика профильного уровня, обществознание, физика, биология, история. Стабильно почти 30% выпускников 11 классов выбирают для продолжения образовательной организации других регионов. Другие субъекты чаще всего уезжают выпускники Железногорска, Курчатова, Косторинского, Гашечинского районов. В регионе уже начали готовиться к аттестации 2022 года. 1 декабря всем 11-классникам области предстоит написать итоговое сочинение или изложение. Работа станет их допуском к выпускным экзаменам. А определиться с выбором сдаваемых предметов нужно до 1 февраля.